Мы пришли в ресторан, где готовят люди с крокодилами. Илюша очень хотел покушать. Сейчас нам его принесут. Мы вам все покажем, как это выйдет, как это пахнет и как вообще это будет. Ждите дальнейшего репортажа. Сейчас мы будем это есть. Смотрите внимательно. Очень вкусно. Ну а теперь пробуем. Сухой, жестковатый, но соус нетерпим. Мне лично рыбу не понимает. Теперь ждем мнения Лёши. С нами есть сапоги. Или то, что будет сапогами. Вернее, внутренний сапог. Мясо крокодила. Пробуем. Похоже, крокодил. Крокодила. Тебе рыба не напоминает? По вкусу. Мне рыба напоминает. Голубей. Только напоминает. Только жесткая. Угу. Больше жалко. Сухой жесткий. Местечко. Дурновато. Ну все, дорогие родители, теперь мы больше снимать не будем, а будем есть.